Здравствуйте, уважаемые! Мечтаешь украсить дом праздничной вечеринки летающими воздушными шариками? Значит, мы предлагаем не покупать дорогой баллон с гелием. Как говорится, мы пойдем другим путем. Особенно интересно, что в этом процессе могут участвовать и карапузы. Значит, что понадобится для работы? Воздушные шарики, пустая бутылка, литр или полтора, чайная ложка, воронка, столовый уксус и пищевая сода. Значит, ход работы. В бутылку налей уксус примерно на треть. Через воронку засыпь 2-3 чайные ложки соды. И, собственно говоря, сразу надень шарик на горлышко бутылки. В результате взаимодействия соды и уксуса выделяется углекислый газ, который, как известно, тяжелее воздуха. Заполненный углекислым газом шарик не сможет подняться вверх. Чтобы заставить шарик держаться у потолка, его о любой синтетический материал, а потом, собственно говоря, приклей к потолку. Благодаря статическому электричеству шарик продержится в таком положении до 5 часов. Видите, как выяснилось, чтобы сделать чудо, нужно так мало. А наука позволяет проделывать знаменитые фокусы. Пусть у тебя не иссякнет фонтан идей. А насчет бутылки уксуса и соды, ну так я имею в виду, конечно же, если тебе нужно много шариков, потому что реально после 5-6 шарика у тебя просто начнут отваливаться губы и иссякнет кислород в легких. А так уксус, сода и пошло-поехало. Ну и тем более детям-то будет поинтересней. Собственно говоря, на этом у меня все. Приятного праздника. Подписывайтесь на наш канал. Счастливо.